пошел дождь. По-английски летчики говорят. Sorry, Herr Göring, melde ich gerade noch eine Minute, bis der 9-Zylinder-Stammmotor Betriebstemperatur erreicht hat. Und dann wird es doch noch wagen, im Regen sein Programm zu fliegen. Говорится о том, что сейчас пилотажный Як-50 все-таки поднимется, несмотря на дождь, и покажет свою программу. Ожидается только прогрев мотора. Так, Як-50 все-таки стартует, несмотря на начавшийся дождь, покажет пилотаж. Як-55. Перевернулся. Ganz mit halb Flugzeug russischer Produktion.